Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман, и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Понедельник, 11 июня, и, как всегда, напоминаю, что по понедельникам у нас проходит еженедельный вебинар 18.30, который идет на нашем YouTube-канале и на котором мы разбираем все из инструментов более подробно, с ориентиром на предстоящую неделю, и я также отвечаю на ваши вопросы. Поэтому, если вы еще не подписаны на наш канал, то не забудьте это сделать для того, чтобы получить уведомление о начале трансляция. Ну а мы начнем с пары евро-доллар. По паре евро-доллар тенденция восходящая сохраняется. Следующие цели роста – это уход выше максимальных значений, которые были зафиксированы 7 июня, и движение по направлению на 1.19. Ближайший разворотный уровень, на текущий момент он является более среднесрочным, находится на минимальных значениях, которые были зафиксированы 5 июня по цене 1.1653. А по паре британский фунт и американский доллар в пятницу мы видели попытки уйти ниже минимальных значений, которые были зафиксированы 7 июня. На текущий момент для продолжения нисходящей тенденции нам необходимо увидеть обновление минимальных значений, которые были зафиксированы в пятницу. Ну а в том случае, если сегодня цена сможет закрепиться выше максимумов пятничных значений, то в этом случае будем ожидать возобновления роста по данному активу с целями до 1.35 и 1.36 соответственно. По паре американский доллар, канадский доллар, боковое движение в треугольнике пока сохраняется, опять обновив локальные максимумы. К концу дня мы уходили к минимальным значениям в пятницу и уходили ниже минимума 7 июня, что в свою очередь опять же не дает подтверждения на текущий момент направленного движения по данному активу. Ближайшие цели, которые мы будем смотреть, в том случае, если цена все-таки пробивает максимум, то в этом случае восходящая тенденция по активу продолжается. Ну а уход ниже минимальных значений пятницы и 6 июля откроет предпосылки на снижение в область 1.27. По паре американский доллар, японская иена в пятницу мы также пытались закрепиться ниже минимальных значений, которые были 5 июня зафиксированы. Это и удалось паре, но сегодня с утра мы видим уже торговлю выше максимумов, которые были зафиксированы в пятницу, что может давать предпосылки на вновь возобновление восходящего движения по данному активу с целями роста до 110.24 и, соответственно, на 111 и 112. По паре австралийский доллар, американский доллар в пятницу мы получили закрепление ниже минимумов, которые были 5 июня зафиксированы по цене 75.95, что в свою очередь в рамках часового таймфрейма нас переводит в фазу нисходящего движения по данному активу с целями снижения до 75.12 и 74.57. Возврат к покупкам по данному активу будет рассматриваться в том случае, если цена сможет обновить максимальные значения, которые были зафиксированы на прошлой неделе 6 июня по цене 76.75. А по паре еврофунт тенденция восходящая, которая началась с пробития максимальных значений, которые были зафиксированы 6, 5 и 4 июня. Пробитие произошло 7 июня, и пока данная формация остается в приоритете. То есть формация роста по паре еврофунт на текущий момент преобладает. Цель движения – это уход выше области сопротивления, который мы видим по цене 88.37, и движение далее на 89. Возврат к продажам будем рассматривать в том случае, если цена сможет закрепиться ниже минимумов, которые были зафиксированы 5 и 1 июня по цене 87.26. А золото продолжает свою тенденцию восходящую. Цели роста – это движение в область 1307 долларов за тройскую унцию, а ближайший разворотный уровень на текущий момент пока остается прежний по цене 1289 среднесрочный и более локальный 1293. По нефти марки Brent на прошлой неделе в конце мы увидели обновление локальных максимумов, что в свою очередь нас возвращает к фазе восходящего движения в рамках часового таймфрейма по данному активу. И цели роста – это уход выше максимум, которые были 8 июня зафиксированы по цене 77.45 и движение дали на 78.99 и 80 соответственно. Возврат к продажам по нефти марки Brent будем отслеживать в том случае, если цена сможет закрепиться ниже минимумов 6 июня, которые были зафиксированы по цене 74.29. По индексу DAX тенденция нисходящая вновь на текущий момент преобладает. Возможно, это была коррекция. Сейчас по индексу DAX идет боковое движение, но в рамках часового таймфрейма на прошлой неделе в четверг мы увидели уход ниже минимумов 6 июня, что переводит нас в фазу нисходящего движения на текущий момент, коррекционного. Ну а возврат к покупкам будет рассматриваться после выхода из зоны сопротивления, которая находится в области 12921. Биткоин вчера пробивает минимум
минимум, который был зафиксирован 5 июня и доходит стремительно до уровня 6593 доллара за один биткоин, фактически на 1000 долларов за одно воскресенье биткоин подешевел. Ну, что же будет дальше, мы будем отслеживать. Ну, а пока в рамках текущей формации отмечаем то, что тенденция нисходящая по данному активу вновь преобладает. Возврат к покупкам будет рассматриваться в том случае, если цена сможет закрепиться выше максимальных значений, которые были зафиксированы в субботу по цене 7648 долларов за один биткоин. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. Всем желаю хорошей торговой недели, хорошего торгового дня. И увидимся также сегодня в 18:30 на большом вебинаре. Всем спасибо и до свидания.